заплетается. Не, нормально, я только. Это еще рано, ложь тут без этих. Еще рано. Не, я думал, что ты там погулял, вернулся. Нет. Короче, Ник, Ола и Эш, я на двух каналах, и у тебя у Нексуса пишет, Эш. В смысле? Так он зайдет пусть голосовой. Бля, три миличника, голосовой это лобби. Точно Энигма. Я его прикину. А кто? На кто? Канале быть мало. А кто у нас фармит? Фармит Омник. Я на оффлейне паджиком. Могу мид паджиком пойти. Я мид паджик, все. Не, спасибо. Андрюх, может ты на туре фармить пойдешь? А Висп харду пойдет. А может ты фармить пойдешь, Игорь? Ладно, на давайте, короче, я пойду в соляру фармить на топ, и вы, блядь, никто ко мне не будет это заглядывать. Я просто буду один стоять, как ебаный аутист, окей? Давай. Бля, какой злодей. Давай, Андрюх, я могу с Блэкхола максимум выйти, хочешь? Мы весь путь в миде, вы готовы? Ладно, я даже вам курицу куплю. В смысле, куплю. Я в оффлейн же. Нет? А. Я, да. У нас заканчивается. Я тогда... На сомник не в курсе, куда заходить, как героя пикнуть. Ал, съешь, пожалуйста? Ебать, ребята, я сейчас открыл таблицу. У меня там четверо в муте. Это нормально? Против нас? Да, четверо в муте. Все кроме Дазу. Ты хочешь, чтобы я тебе крипа съел? Да. Ранжового? Вайпер блядский стоит. Да, конечно, ранжового. Что за вопросы? Ну, я просто не профессионал. А, вот, Эш зашел. Блядь, как дико чешется ухо, ебнешься. Так он вроде... Так он сам может вообще, или ты его перекинул? Я не знаю, я не перекидывал. Да у него есть статус. Зашел же, нет? Ну все, да. Видимо, осталось теперь научиться говорить. Как мне говорить? Так сразу можно говорить? Там не надо ничего настраивать. Сразу, да. Да, все сразу вещать начинают. О, блять, их четверо тут. Игорь, еби его. Еби его. Точно? Да. Ебу. Ебанул. Все. А ты крипа съешь мне или что? Да. Только чтобы они экспы не впитали. Дэнза. Так, а Рикки Мартин со мной будет качаться? Так, я забыл замутить, типа... Я вот надеюсь, с тобой. Не надо, блядь, со мной. Мне это не нравится. Потому что в меде точно не надо. Никому не надо. Да, он со мной. Он меня, сука, ману сбил. Еее! Ты купи досты, я потом подойду, мы его кончим. Нет, там не надо ничего жать, там на автомате же оно работает, как в скайпе. Но у тебя, может, там микрофон где-то выключен? Чекни. Красненькие, может, значки. Там настройки еще, если я в нижнем углу. Может, микрофон не тот стоит. Хитрец какой, блядь, на Рикки Мару. Так, я на DAS еще не заработал. А, он же 50, да, стоит сейчас? Вообще еще такой момент, то, что это прога вот так вот не могли говорить. Три человека в общей сумме. Они говорили вслух, что это прога для уебков, и выходили из нее, потом заходили, у них все работало. Может, тоже попробовать. Игорь, мне нужна будет твоя помощь потом. Он со мной качается. Раз. Во-во-во, ты искал прога для уёбков? Нет, я просто в настройке нашел и, ну, человеческими методами. Слушай, Эш, ты можешь взять себе на самом деле самый хуйню на лопатку и в лес уйти? Пару раз так, ну. Нахуй сюда пришел вообще? Там у нас просто Энигма, главный лесник, он говорит, выгнал меня из леса. Ну страшно, ты будешь этим вторым... Не-не-не, меня уже выгнали из леса, лес ваш, ребят. Я видел, там Рикки Мару с тобой танцевал. Ваня, ты чё? Чё? У меня второй уровень, а ты чё? Тебя бот лошадь? Я за руну иду. У меня баунти отпиздили первое. И отпиздили? Всё. Ну там 3-4 человека было на топ-руне, как бы, сори. А ты свой не законтролил. Как думаете, я дотащу себе ботл? Или он будет жертвой? Думаю, будет жертвой. А тогда встречу, пожалуй, его. Опа. Видел, Лал? Да, такая да. Хуйня. Снимаешь? Угу. Я что-то рядом бегаю. Спасибо за внимание. Ну сейчас стрим снайпит, песик, блядь. Надо карту, наверное, нахуй ну, закрыть вебочкой. Так, закроем карту. Потом, блядь, пати стримеров играет. Игорь. Да. Не сможем его, блин? Ориген, кто-то хочет наверху? В смысле, под тауэром как-то. Ну, он, видишь, как его хокну? Ориген, да, спасибо. Ну, блин. Ну, ладно, чё. Ой, найс. Тут чё, Игорь, ёбаный. Можешь попытаться.
пытаюсь. Да, не печально. Тихо-тихо, идолончики, тихо. Все, Ванюш. Или ты хочешь это еще? У вас нежности какие. Мне кажется, мне тебя затея, я сейчас сдохну на нем. Да нормально. Струси. Там даст он что? Давай, каждый сам себя, да? Нормально, нормально. Подрезай. Все-все-все. Ну, Рики, кстати, не дал бы реген взять, он, видишь, там караулил. Ну да. Мид оф лейн виз. У тебя ботл есть, Игорь? Да. Че вы вдруг на этот перешли, прекрасный? Да, Андрюхи проплатили. Не, на самом деле... А, кстати, курица. Еще руна будет, прикинь. Пошли, пошли вместе тогда. Там дуйте. Ты обманул Дред нас. Чего? Ты сказал, что ты справишься сверху. Ну да, ну ко мне пришел петушок малолетний. Но я сейчас приду и буду справляться. У меня как раз мана закончилась, сейчас будет четко. И тут урна сейчас пропадает из-за реки. Найс было бы? Да. Базались. А сейчас вернуться на хард, я пойду в другое место уже. Можно. Нет, ты можешь уходить. Уходи, уходи, уходи. Экспу мне. Тебя не было, я просто это... Вопрос такой, я сейчас... Ну ладно, я проверю. А, ну сейчас все не сбивает, сейчас ом не сделали вообще хорошего. Что в молодости, я помню, хосты он там сбивал, ДД, ульт Свена. О, слушай, боже. Слушай, ну, ты уже помнишь, что в молодости было уже хорошо, наверное, знаешь. Ну да. Я от страха даже крипов загрел, никогда надо. Да, Рикимару, когда, конечно, подосрал мне, блядь. А. Где можно будет, если чё? Если чё? Это ТПшка есть, я лоу хп. А он лох хп? Нормально. Четко. Ворсет. Ворсет. Игорь, ты на боте брал ему? Да. Или кто-то другой. Мы брали четвертый. Идите нахуй, кисели маленькие, блять. Була, почему банды так много стоят? Они же вроде не такие. Они дорогие. А где Рики вообще? Кто-нибудь видел его? Да хуй его знает, он в лесу, наверное. Последний раз Дред убивал. Черный, да? Ооо, это, кстати, хороший вопрос был, где Рики. Я пытался. Это был Хок Надежды. Можно паузу в одну минуту? Нет, пошел нахуй. Бля, там дабл стак сейчас делается. Ну, мне не нужен он здесь. У тебя все, там 1000 хп у этого. Рики уже спер. Наверх идет, вот сюда Рики где-то здесь. Потому что он взял эту... Да хуй на него. Андрюха, ты против кого стоишь вообще? Хотя ладно, мы с Ваней, наверное, против... что замутим. Слар... Че? У меня аж паджик рот открыл. Тут, возможно, Рики еще бегает, ебаный. Там, походу, он у меня, походу, в кусту. Сидит. Чё, такие бывают левелы в этой игре? Какие левелы? Седьмой. На шестой минуте. Бывает. О, я иду, иду. А есть дасты, Ал? Нету. Внимание. Взял. О, ебать, Игорь. Спасибо за внимание. Игорь, пойдём, пойдём. Что ты делаешь, демон? Надо только первого левела реполучить. Тихо, 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 секунду. Бля. Ну, это бля. Лучше не анпаузить, иначе. Не анпаузить. Да не паузу просили вроде. Ну я бы... Я вот так не смогу. Так, Игорь, у меня теперь спейс из-за того, что этот пидорас маленький в таверне. Я, блядь, профессионал, что ты мне рассказываешь? А я убил его. Нихуя себе, ты жесткий, ебаный в рот, блядь. Ну ты брата позвал, если бы ты без брата его убил. Ну лол. Это же в это самое входит в игровой контент, правильно? Значит. А ты же донатер, Дред, а где там вот эти айтемы на Варлока? Нет, у меня таких. Непопулярный герой, скажи, Андрю. Да. Кто у тебя популярный? Сейчас же есть на Варлока вроде какая-то шмотка, которая миллионы стоит. Нет. Ну я недавно продал палку за 40 баксов. Что это за палка, лол? Ну это не совсем миллионы, конечно. Какая-то палка. Ты хоть в игре ее продал? Или... В игре. Древней профессией занялся. Самаре палку просто. А, продал за 40. А ты из Самары? Да. Ну такой... Бывает там часто, кстати.
какому поводу? Жена из Самары. Дочка сейчас там отдыхает. Я прилежаю на поезде или на самолете, прилетаю, еду к на дне, там сажусь на этот, на таксишку, ну, которая водная. Еду туда. Нет, там приезжает, ну, специально обученное такси. Омик ждать долго. И на Волгу плюс еду. Свои нормально. Базары, я вот тоже нихуя не понимаю, что происходит, ну да ладно. Рассказали бы хотя бы. То, ребят, больше двух говорят вслух. Андрюх, ну, надо в гости ездить в Самару. Хороший город. Поехали, Дред, в следующий раз. Там знаешь, как пиздаты за Волгой? О, а Дреда там стиле, я смотрю. Пивка Андрюх взял со дна и поехал за Волгу. Там тихо, спокойно. Андрюх Любан, ты сюда, да, планируешь? А чё, мы с Ларк убиваем же, да? Не знаю. Я за Ларк убегу. У меня сверху, зачем он это делает? Непонятно, какими спылами. Ребята, жизнь меня к такому не готовила. Будь ТП мид быстро, да, нет? Нет. Нет. Лучше быстрее это сделал, конечно. Тихо, спасайся, киселек, спасай. Блять. Хоть разменялся. Бля. Так, мне надо вот это и вот это. Поехали. Игорь, бля, мы можем... жабка там, ебать, жабка с медасиком. Мы можем потрахать кого угодно, хочешь? Будем нападать или нет? Или ты не хочешь? На кого? В миде пошли убьем эту. Сама. Сларк фармит так запланировано? Походу. Ну, у нас оффлейн висп просто. Так, это лучше, чем вообще. Они, кстати, все видят, смотри. Я прошел с руны, они прям убежали. Yes, Сереги, Рики. Да? Где он? Сверху, он сверху, походу, да. Сука, не вот здесь достало, видят, достало. Далековато. Достанешь? Да. Месяча, а есть еще даст продолжить? Найс. Да-да. Двое дастов, ребят. Удиал! Ты не доставал! Реально не достал. А смотри, на месте лед чилет. Давай. Есть, если что. Подожди, го вон там. Ребят, спейс делаете? Да? Да. Есть прихватить его? Игорь. Ну, есть, но, блядь, ты видишь ранжак у меня? Угу. Не такой длинный. Да просто без линзы еще. Будет линза, будет все. Смотри, нервничает, нервничает, нервничает! Сука. Да. Yeah. Сорвалась. Я пойду арканки возьму. Пушировать будем. У меня есть локейт, если что. О, так мы можем вместе летать. Если на топ допустим. Вот этот. Ну, если там... Ах, ладно, не, не буду здесь. Может, он танк проебет, я сразу полечу. Смотри, там еще реки. Нет, даст ты есть, но... Ничего себе. Вы чувствуете, как он это делает со мной? Вот короче. Раз, третий. Два, три меня, четыре. Ёбнешься. Короткий хук, проблема неуверенных пуджей, Игорь. Нихуя себе. Ты был уверен сейчас в своем хуке или нет? Был. Гайс, а вот так вот иду, вы видали? Давай тизерни. Дальше будет щемление? Будешь щемление здесь устраивать? Нормально, нормально. Мы в меди устраиваем щемление. Дубль килл. Нормально. А там, наверное, в топе еще рунка, я бы взял, наверное. Брат, ну это вышка наша еще. Замечательные новости. На это можно не останавливаться. Я ушел. Но я все равно на топ хочу. Чуть-чуть осталось. Что-то змея, но ее нахуй. Альберт, хочешь прикол покажу? Давай, какой? Смотри, он еще, наверное, не в курсе. Андрюха, ты в курсе? А ему все равно пиздали. Ой, найс. Он реально не в курсе. А спасти, спасти Андрюху. Или батл. Есть вижу на него вообще? Сюда, на, иди, животное, блядь. Идеально. Вот и все, идеально. А это кто? Что-то? Нет. Я жрать жрю его. Ты не жрать не жрешь. На нахуй. Блять, Игорь. Сочно. И я этих. Просто сочно. Это почти даггер. Сочный. А меку кто-нибудь будет делать или нет? Я нет, я не буду. Я пас. Ебал меку. Кстати, ему сейчас сделали големом типа 100% пульверайз, да? Да, но он мелкий. Чтяк, ну как мелкий? Ну такой нормальный, нормальный, блядь. Так, эталончики, ну, раджавы ебать. Я буду Глада Валака собить. Полностью? Давай.
Ой, на топе это. Я бегу на тебя. Ты прям хочешь воевать с ним? Да у меня нет помощи. У меня есть HR Relocate. Вот так вот. Ох, ебать, а тут... Рикимара. Ой, блять. Не убивайте. Ну там худ. У кого? Смотри, смотри, могу дать ему. У Рики худ? У Вайпера? А, я не могу. Не, чё, центр будем худ. Забирать? Центр? Хокинг, 5 стек. 3 секунды, 2. Это надо гем ему. Понял. Нет. Я сейчас возьму еще даст, и у меня есть что-то полезное. А я гем возьму, мне кажется. Давай, это будет вообще охуенно. Блин, вот этот бандит настолько магический спелл, что просто пиздец. Настолько магический? Магический. Насколько фу, только может лоу. Быть. Почему он так далеко? Хокинг, 3 секунды. Я буду даст на него. Я дам ему сразу. Да, он подостами. Андрюк, сейвлю тебя. Селёдочка, селёдочка, будет что-то? На сомника проблема. Хорошо. Хуёво ему. Да, приторможу, приторможу молодого. Нормально, нормально, пизда ему. Хорошо. О, XY убивает. А как Рики выжил, я не понял. Жабка, жабка стоит. Ебать, он мутит. Можем на базу сплетать, если хотите. Да, нет, такое. С варлоком, если только. Варлока может урной отхилить? Урной? Урной. А, урной. Пошел вниз, пропущу за это. Игорь, Игорь, ты, Игорь, снимаешь, Игорь? Но. Нету никого? Охуенно. Тут Рики был, блять. Я снимал. Так, ребят, чай там притащу. Парни, есть голем, это ошибка от них. Точно? Если он идет, нападайте, Христа ради. Напал. Ох, ебать. Ох, ебать. И вот так, и так. Легчайше. Лезь за спину. Ай, блять, у меня нету. Пизды ему. О-о-о. Пизды черепахи. Да, пизда, пизда, пизда ему. Сверху полезная руна. Умри, пёсик. Второй там еще был, видел? Нет хила. Куда пошел? Блять. Попок у меня есть. Дайте эдолончиков вызвать. Я эдолончиков сами оставлю и уйду. Сюда, сюда. Да не, нахуй. О, смотри. Да я ж тебе говори. Иду, 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 иду. Пристанил? Я тебе пизда ему. Нахуй. Вот так вот. Я на базу. Слушай, такое ощущение, что варлоку сделали больше этот рендж, как его, хилов, там, бандов. А будешь голема, голема тянет? Да потому что Андрюха его практически никто не берет, поэтому, блять, его и сделали таким неплохим. Там еще руны лежат, наверное. Что-то такое апали. Валим отсюда. Да таур надо, давайте дотыкаем. На туре дотыкайте, там хуёвый же товар остался. Как же крутит? Кого? Донецкий ботов или Black Hole? Тонко, тонко, рафляночки, рафляночки. Люблю рафляночки. Так, это дом? Будет нам повидло вот это? Можно даже с релокейтом. Есть вот это. Так. Мне нужен падги. Я сейчас для падги пешком. Падги идет к тебе. Да гроз надо было взять. Они, смотри, там вышли это и... Да, там охота, кстати, вон идет. Надо до дыры вот так. Охота. Крепкая. Здорово, кактус. Привет, братиш. Пойдем? Да, да, пошли. Бард идет тут поставить. Дузель, по-моему, уже мертвый. Дузель, да, он не подозревает. Игорь, стриги его нахуй. Постриг. Курочка сюда лечит. Игорь, Игорь, снимаешь, Игорь? Блять. Да. Ёбаный. Межвистики. Я урабатываю тувер, если что. О! Блять. Вот тут и вот тут пассенджер есть. Это... Сом ебаный. Я на это. Меня смущает иду. Этот лес нахуй отсюда. Вот тут дальше продолжаю. На север. Ну сама, пошли сама, на сама. Давай, давай. Так, так давай, огурец, блядь. Да. Нихуя он. Побежали! Побежали! Пошли, пошли. А куда он пошел? Братьев, у него дагер, уже наверху. Да все равно убьем. Они сейчас пропадут уже. Давай, давай. А вот это что за повидло, блядь? Непонятно. Пук потратили. Он ТП, ТП, ТП делает. Опа. Найс. А какой нахуй ТП? Не было команды ТП. Я успел на деньги. Моё. Ой, на мне... Да, беги нормально. Ебём его? Нормально. Тут Рикимару. Явно. Ой-ой-ой, Игоряк. Меня кидает тизер. Я просто посмотреть. Можно дальше давить?
Ты чё? А Гоха Играунд у нас вот так вот, и у Андрюльбана есть еще. Приколочим их. Игорь, есть блинк? Давайте ему, резко. Какой блинк? Нет, у меня. Где Срики? Где он, блядь? Вон направо. Вон. Был. Я отошел. Игорь, давай! Давай. Опа! Ал, сосешь? Нет. Ебать, я так сдохну. Вань, ты хилишь меня вообще? Да. У нас проблемы были? У нас даггера нету. Блять. Челик на ворлок вообще не рукопляет, конечно. Вы шо, дебик, блять, совсем? Че, Эрики под нами? Слева вайпит, опять же. Шо, блять, тоже нахуй? Так из этих? Тут ситник. Здесь ворс набьют. Учу тебя, как играть. Кидаешь банды и крипами дасом съедаешь. Да, я так и хотел играть. Пока ты не сказал. Так, а у нас есть гем, да, или что? Да. Да. Байт на Андрюху. Вот здесь вардики надо убить. Байт на Андрюху надо. Давай, пойдем. Я отошел далеко. Ёбан, рот. Ты и сейчас далеко отошел. Так он сдох. Он сдох, да. Я бегу. За руной. В смысле за руной? Давай дожмем. Тихо. Не все сразу. Ну как так-то? Оу. А это что такое? Новых гулемов пока нет. Бать там байбек. А будет репел? Ой, там мало сосет. Так себе сосет, если честно. Так себе, да. А есть как-то спасти? Ебать копать. Ваня, что творишь? Нет. Нам надо уебать. Братаны! У меня гем. Давайте на развороте, да. А что, у нас есть вообще? Пожалуйста. Банды будут. Ребят, вы очень далеко ушли. Очень. Там банды по всем. Вот этого. Хорошо. Да, ну поближе бы подошли. А сама берем? Сама. И пошло замедление. Хорошо, блядь, хорошо. А ты куда побежал, алё, уважаемый? Всех, блядь, на замедление. Всех на ковер, ёбаный. Этот умер, короче. В Госдуму, нахуй. Добить его. Ничего нету. Игорь, он опять лежит. Ну добейте его. Да вы чё? Вот это ты чё? Вот чё? Надо было ещё накинуть одно. Да за споткнулся, по-моему, когда поднимался. Все еблище себе разбил на ступеньках. У меня через 35 секунд будет божество. Охуенно. Грубиян. Только и слышно. Мат-перемат. Ваня, ты отвезешь нас туда? И оставишь меня там или нет? А что припело? Да, наверное. Ребят! Давай. Я тебя жду тогда. Спасаю. Ну там лучше лети на Т1 уже там быстрее. А ты еще что-то? А ты еще что-то? Я жрать жрю. Что? Что-нибудь, подмедлить его. Вот. А, так это все. Еще. Доминант. А вот эту хуйню берем? Андрюх, разворачивайся и бей его. Опа, куда? Все на ковер опять, на синий уже только, блядь, был красный. Хорошо, блядь. Ваня, еще руну тебя накинул. Давай. Этого тоже берем. Он не уходит, не уходит. 4 секунды до того. А ну сюда. Игорь, тормози его. Че, куда, сучара? Нахуй. Сюда. Наш. А, это ты к своей. Нихуя не сделал. Орал. Сидел. Орал, помогите. Ну и помогли, и все, и разворот там, комбайн. Чернейший нет, да, Тим. Это проблема была. Я согласен с тобой. Я думал, что сочно получится, но не получилось. Получается, домой надо ехать. Так, вот здесь давайте продолжим. Натиск. У меня вот с этим очень проблемы. Ой, блядь, на ПДЖ просто ракал. Смотри, что он с водичкой сделал. Это пиздец. Нормально все. Красную сделал? Не, фиолетовый. Если не красный, не считается. Оно у всех типа работает, да? Богатая водичка. Красная — это когда почку продаешь. Можно делать. Причем две. Она типа у всей команды меняется или что? Да у всех и у врагов, на всю жизнь. Ну не на всю жизнь, а... 40 тысяч, по-моему, там последняя вода стоит. Долларов? Больше, я думаю. 60, по-моему. У нас, наверное, тогда уж Гейб уезжает на кабриолете. А у нас ману кто-то дает, кроме Виспа и меня? Нет. О, хорошо. Я теперь воин даже. До конца? До конца идем. Только у меня вот так вот. Я гейм не хочется. Ну вот так вот до БКБ. Да. А рефрешер не хочу нажимать. Игорь, оставь крипа. Блять. Да мне вот так. Ты вовремя сказал.
меня вот так вот просто осталось. Они вообще дефит или что? Нет, походу. Наверху я... дефит. Смотрю на Андрея, и он не хочет взять рефрешер. Лол. Да? Не, кого не хочет взять? А. Так может, давай ты дашь на этих двоих? Ну это желание. Ну ты чего? Понял. Четыре голема же, все дела, Игорь. Ты что, не хочешь посмотреть? Ты когда-нибудь видел четырех големов, Игорёк? Конечно. Я сам лично кидал. Да ну. Да. Брешь. Да не может этого быть. Перевязать пульс, пожалуйста. Ну что, сварка нет пока. Прям бить. Андрюх, мы будем складывать ковры в двойной? Да, можно. Блять, нам еще алхимика для зеленого ковра не хватает. Игорь, ну отсюда. Правильно в чате заметили. Там что-то неуверенно, селедочка какой-то. Игорь, ты должен, короче, запрыгнуть и сгруппировать их. Ой, а курицу кто? Подождите, вот сейчас перевязайте. Все, все, я запрыгнул, но что-то... Да. 5 секунд у нас эта тема. Я готов прыгать любого, только мне респелл надо будет. Давай респелла мне, я полетел. Скажешь, когда. Ну вот сейчас. Так, оп. Оп, и ковер, и ковры, ковры пошли. На меня, да. На меня есть помощь? Найс. Почти. Сларка, остановите. Нормально, дожимай, дожимай его. Остановите его. Пошел останавливать. Нахуй. Я даже дыру не дал. А этого останавливаем? Бля, выпустите, слышите? Выпустите. Гайс, гайс, ну где же вы? Я ничего не вижу. Я в засаде. Курица что делает? Блять. Да меня бы КБ не долетело, блять. Сейчас бы. Я бы крутил вышло. Дальше бы. Ох, ебать. Андрюх, в огурца тяпся? Направь все это. А огурца ем. Минус огурец. Против удачного потока. Хотел? Спасибо большое. Мне что-то не поддержали. Да, курица что-то тупит. Ну, наверное, всем насрать уже, да? Опа! Вот томик я себе принес, но надо есть надо уже. Какие домики? Как кто на базу хочет, кто нет? Томик. Я хочу. Я. У тебя репел пока. Сейчас пропадет. Мы с тобой бахнемся ботами, будет охуенно. Дай бог здоровья. Прибросили нас, мне кажется. Они швырнутся. Не, нормально. Откатите их немного и все. Дуль Сладара сейчас не сбивает репел, это вообще чушь. Почему первая Абадона, вернее, вторая Абадона сбивает всю эту фигню, а репел нет? Опа! Непонятно. Механики куда разные. Куда собрался? Нихуя он втопил. Ой, я не того. Юлом убил человека. Да, выиграли там странжи и ебанутся просто. Ты замедлил. Я так сейчас ускорюсь. Сколько я репел там? Сейчас. Да все, там сметана повесилась уже, там не уходит он. Да? Четко. Опа, это кто? Андрюх, смотри. Вижу. И он что-то засверкал. Да. Бля, там туман сейчас пойдет. Блять, меня сейчас кончат. Тэп-аут. Не, нормально. Ты куда? Тэп-аут. Да, блядь, Игорь, ты рейдж босс, тебя невозможно там убить. Опа, змея. Ковра ему туда. Дайте ковра нам. Блять, как он этот смог ставит, если его, блядь, не было видно? Что за хуйня? Спылы можно ставить, говорят, из инвиза. Парка, который орёт. Опа, змея. И ладошка ей по лбу, блядь. Она шипит. Как Ван Дамм в каком-то фильме, блядь. Она шипела. Так а чё дуэль стоит? Ох, ебать, туча какая. Ой-ой-ой, на всех. А ты делаешь им? Да, у меня 40 секунд, вы видали, как я их напугал, блять? Они аж охуели, по-моему. Поля, пошли. Ковры. Это в Госдуму вход? На ковер. Никто не идет. Как же медленно. Ну все, они не выйдут никуда больше. Смотри, вот цепляют руки. О, один вышел. Ой-ой-ой, Андрюха предотвратил. Да ёбаный Рикимару. Это пиздец. Бля, надо и до лончика сюда срочно. Ну чё, петушня, давайте. Следующий. И дальше, ребят. Блядь. Просто доверьтесь пусто. Мне. Бля, выпустите их, пожалуйста. Дайте пофадиться. Там неинтересно. Не, Вань, я тебе... Ага. Андрюха, сейчас видишь? Да. Опа, пошла. Мой. О. Ты понял, что ты сделал, Игорь? Мерилокита нет пока, Игорь. В смысле нету? Ой, Ал, хорошо, я... Что вы делаете, блядь? Нормально, еще вернусь. Сейчас вернемся.
Как? Я сам по себе. Здорово, Альберт. Здорово. Она отличающая была. Ну что, Далфо появляется? Мне кажется, это конечный, нет? Думаешь, он появляется? Реально появляется. Дайте я ковра дам ему, чтобы он точно не ушел. Там еще друг его был. Погодь. Куда это он собрался? Бля, Андрюх, как ты? Вот как ты, блядь, тычка его добил, если он на ковре стоит? Ты же, блядь, невозможно. Бля, он подвизит, слышите? Нет, почему невозможно? Вообще тоже возможно. О, так. Кто-то попался. Следующий. Нет, не следующий. Смотрим. Ой, блядь. Хуйней воняет какой-то здесь. Пойдемте отсюда. Реально воняет. Ковры пошли. Блядь, у меня 4 секунды до ковра. Нахуй иди сюда. Взял жабку. Бля, я сейчас продержать как-то. Назад я сейчас. Блядь, это другой. Ну похуй. Я держу этого. Блядь, не похуй. А, все, найс. Ах. Чёрт. Тони Кросс, здорово. Великолепная игра. Более чего. Дред, тебе, кстати, там много приветов передавали. Люди из пабов. Спасибо, ты по пабам ходишь? Я по пабам хожу. Или по обычным пабам? Тут у меня Omni Математика 4422. Нормально. Так, сори, я не липнул еще. Так, что, поехали Next? Или что, Dota лагает? Да, что-то Dota подлагивает немного. Надо совсем как-то это. Чутка. Мне написано, что я должен это ливать из игры. Надо ливать. Потому что по-другому не это. А вот, все, вроде нормально. Поиск вообще пускается или нет? Так, я пустил. Надо пустить рекламку и пойти покурить. Я приму, если что, гейс. Я пустил и поиск рекламку, и сейчас сникерс жую. 3 минуты рекламная пауза, ребят, далеко не разбегайтесь, перекур. Бля, я тоже пойду сникерс возьму, только мороженку. Дред, а почему ты 4-3-3?